Нелли, с победой. И все же, какой сегодня должен был быть счет, если бы Россия признавала хотя бы половину своих моментов? Спасибо. Ну, я думаю, если сложить все, что мы били мимо вратарю в руки, ну, наверное, около 8-0. Ты сама сколько могла сегодня забить? Ой, ну, учесть, что 1-2 вообще по центру просто в руки. Ну, и такие это полумоменты, я их не считаю. Ну, наверное, с этим голом еще 2-3 гола могла бы. Думаешь, это все невезение или все-таки нервозность из-за того, что, может быть, первый матч? Скорее всего, это больше нервозность, наверное. Первый матч, да, и... То есть я даже не могу описать. Вот вроде играешь дома при своих там стенах, трибунах, да, поддержка была сегодня. Ну, я не могу объяснить, почему ничего не получилось. Хотя мы создали очень много моментов, мы над этим работали и будем продолжать, я думаю, работать. Наверное, все-таки немножечко волнение было. Соперник понравился? Соперник, хороший соперник, да, играет от обороны. Очень тяжело, конечно, обороняющуюся команду вскрывать, потому что очень большая куча, большая плотность. И в эти зоны, в эти усы передачи не проходили. Все либо перехватывалось, либо мешалось, либо вратарь забивал. Вот, будем строить следующую, на следующую игру, в общем, примем другую тактику, я думаю. Сегодня потратили достаточно много сил, матч следующий через несколько дней. Что нужно сделать, чтобы успеть восстановиться как следует? Ну, как это, массаж, сходить, наверное, в бассейн. Ну, правильное восстановление, отдых прежде всего. И уже с новыми силами готовиться к следующей игре. У нас не так много времени, поэтому, что касается набраться сил, это просто максимально отдохнуть и восстановиться. Насколько хорошо сегодня было слышно болельщиков? Ой, сегодня очень хорошо было слышно болельщиков. Мы всех слышали и поддержку, и с этого, с правого фланга, и с левого фланга. Очень круто, спасибо большое, что пришли поддержать. И, надеюсь, придут и на второй матч. Будем очень ждать и будем очень рады видеть. Что ощущаешь, когда кричат не просто «Россия», а именно Нелли Коровкина? Ну, это, наверное, по-своему приятно, потому что я думаю, что это болельщики, которые и за Суперлигой следят, и за сборной следят, поэтому, ну, это приятно. Спасибо.